Добрый день, приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас такое мини-путешествие в Шотландию. Мы поедем в визовый центр, в посольство, куда я записывала за полгода. Нам надо сделать паспорта. В Эдинбурге мы проведем 3 дня и 2 ночи, а дальше поедем 1 ночь и 2 дня проведем в другом городе, называется Ланарк, и будем жить в старинном отеле. И подробно все буду вам рассказывать и показывать. Также, как происходит запись посольства, какие документы нужны, сколько изготавливаются паспорта. Все это отдельно сниму отдельным роликом. Всего приятного просмотра! Высекали, смотри, еще больше гора впереди. Еще выше. Приехали в Эдинбург в камеру Обскура. Это мир оптических иллюзий. Вход онлайн, заплатили за взрослого 20 паунтов, за ребенка до 5 лет бесплатно. И вот такая красота нас встречает на первом этаже. Это еще с Хэллоуина декорации остались. Что? О, ну, смотри, цвет поменялся. Смотри. Класс. Нравится? Нажали кнопочку, и вот такое вот представление нам собачка устроила. Да, Назар руководит оркестром кошачьим, да? Круто. Класс. А тут нажми кнопочку. Крыски. Дирижирует, да? А тут просто смотришь, вот, и как оживает картинка. И вид замечательный, просто замечательный на замок. Классный вид, да. Да. Это на каждой картинке стеклышки, цилиндры. И оно, картинка отражается прям на стеклышках. Вот, а тут портрет. Назар, покажи, какая экран, у тебя ручка. Нет, вот смотри, куда на экран смотри. Смотри, видишь? Да твоя рука такая большая, Назар. Смотри, как увеличивает. Монетку оставь. Не забирай монетку. Где монетка? Давай монетку на место ложи, да. Вот, смотри. А что вот это дальше? Смотри, какая упака огромная. Так, этот музей 4 этажей состоит, это мы только на первом этаже. Смотри, волосы, смотри на руку, волосы такие. Это куда-то микроскоп. Иди сюда, назад. Иди сюда. Вот идешь, обычный портрет. Но смотри, когда поворачиваешься, он крутит головой. Смотри. И очень классно получается. Ты видишь? Ой, смотри. Какая девочка страшная. А когда смотришь, да. Видишь? Уже улыбается. А теперь поворачиваешься. Это такая миленькая страшная девочка. А тут злобная. Да, и видишь, так же остальные люди. А ты отходишь в сторону? Заходим в следующий зал. Назад. Как смотри. Красиво, коньки. Бесконечно. Ой, бесконечно. А вот смотри, как, видишь, как дорожка туда идет, вроде бы. На самом деле это за стекло, мы туда не можем пойти. Мам,
Это висит такая лупа, две даже. Наводишь, что и видишь? Появляется изображение на картинке. Тут цветочек. Сейчас мы вторую возьмем. Походи в сторонку, со стороны в сторону, посмотри. А вторая, кстати, лупа, другое изображение. Да, видишь? Вот смотри, какой замок, да? Круто. Огромные дорожки внизу, да? То есть сейчас мы в очках будем смотреть. Все, мы припарковались вот тут прямо. Картины. Это мы смотрим вот такие увеличительное стекло. И как вот, вот пара сидит до свадьбы, а это уже после свадьбы. И вот такие сцены исторические. И тут идет множество картин. Вот картины меняются через стекло. Перегородка стеклянная. Что ты хочешь увидеть близко? Скажи. Мы за пультом. Смотри. Назар, управляй. Вот видишь? Смотри, смотри, смотри. А вот смотровая площадка, куда мы поднимемся на четвертом этаже. Высота резко. Ну что, зачем ты так сделал? Вот. Теперь смотри. Увеличь. Вот смотри. Сидят люди за столом. Так. Назар вращает. Нашел так, себе игрушку. Иди. А вот эту кнопочку, если что. Что мы хотим тут увидеть? Это зум. Это я увеличиваю. Угу. Что мы хотим увидеть? Колесо. Колесо обозрения. Это мы зумом приблизили. Вот, классно. Это лев. А тут на белочку или на кого-то похоже, тоже с глазками, если перевернуть. Так, переворачиваем. И другое выражение лица. Переворачиваем. О боже, страшные. Это тоже какие-то картины. И вот меняются лица. Идет, как раньше открытки были, что меняются. В сторону отходишь, другая картинка. А это тепловизор, да? Смотри. Мы на следующем этаже уже. Видишь? Световом. Видишь, как ты молнией управляешь? Да, смотри, видишь, за пальчиком закрыли. Вот. Класс. Назар. И вот тут так само, смотри. Назарий, смотри. Нажимай. Ты видишь? И за пальчиком. Круто. Давай дальше посмотрим, что еще тут. Давай потрогаем. Ого. Ой, смотри, какая получается. Ого. Назар, а у тебя прям как огонь, да, горит такой яркий пламенем? А вот большая, смотри, колба какая. А ну потрогай. Это большая. Это большая. Большая колба, да. Видишь, ты молнией управляешь. Классно. И вот еще вот идет, смотри. О, еще вот это куколи. А вот смотри, какую она. Вот смотри, внизу. И внизу, видишь? А вот шар какой магический. Смотри, какой классный шар мигает. И вот еще. Это вращающиеся в серединку смотреть надо. А это такие трубы, где ухо можно слушать. Большущее зеркало, перевернутое.
А, видеопрожектор показывает. За тобой смотри, салютики. Да? Ходи, за тобой будут салютики стрелять. Класс? Дядя внутри танцует. Да, меняется картинка. Так как и Назар умеет танцевать, да? Брейк-данс. Брейк-данс. Это Назара засовываем в круг. Она такое чувство, что там, а там пустота. Смотри на себя, глаза. Видишь себя? Еще. Назар там большой, да? Ну что, ты видишь? Прикольно. Это такая темная комната, все. Это оптический калейдоскоп, цвет меняет. Вот в такой рамке треугольной просто меняется цвет. Нажали кнопку, лампочка тут не горит, а с обратной стороны в отражении горит. Прикольно. Слышишь? А ну сюда. Что-то трещит. Теперь а ну сюда. Блу. Это кабан. А ну сюда. Волк. Вулф. Давай оранж. На оранж. Стой. Еще кто-то. И блу еще остался. Давай на блу наведем. Какое-то животное, да, непонятное, кричит. Перышки шевелятся. Классно. Еще перышки вот такие шевелятся. Картины. Классно. Это светящийся привет. Такой. Меня нет. Ты уже здесь? А я еще не пришел. Тут нажимаешь кнопочку, и тебя где-то щелкает, фотографирует. Я не видно. Тебя не видно. Поднялись на 4-й этаж смотровой площадки музея. Я думала, мне с бинокль. Сейчас посмотрим бинокль. Бинокль. Очень красиво. Сейчас посмотрим бинокль. Сейчас, сыночек, посмотрим. Сейчас дядя посмотрит, потом мы. Это наш музей. И прямо на последнем этаже вот такая смотровая. Это уже замок. Назар, смотри замок. Но мы сегодня туда уже не попадаем. Очень красиво. Пришли еще на 1 этаж. Вот сколько Назаров много, вижу. Много меня. Много тебя. Класс, как в калейдоскопе. Вот. Эта картинка меняется тоже. И котик на груди сидит. И вот светящийся. Мало. Где тигр? Иди сюда. Где тигр? Дай руку. Боже, я туда руку засовывала, я побоялась. Назар, а у меня не рычал. Пусть он засунет. Ой, боже. И она еще мягкая. Не дразни тигра. Прикольно сделано. Назар, а это птички поют. Птички поют. Смотри, птички, Назар. Скворечники, как вроде в лесочек попал. Смотри. И березка посередине. Классно. Это вот с двух сторон головы засовываешь, и получается вот светящийся в такой комнате. Иди сюда. Это так или... Три. Видишь, смотри. Три. Видишь? Да, и разных цветов. Прикольно? И разные цвета бабочку. Получается. Бабочку. На мою возьми, если хочешь, или бабочку. Так, что у нас здесь? Давай. Ага, понятно. Один цвет, а получается 3 разных ярких. А вот еще такая хэллоуинская тематика.
Поставим на место. Классно. Для деток. Прикольно. Голову просовываешь и как настоящая, как голова на тарелку. Все это музыка? Вот можем управлять и рисовать калейдоскопы на экранах. И три пульта управления. А, это я рисую, видишь? Вот я уже нарисовал. У меня уже он линия, просто линия. Попрыгай. Да. Попрыгай на нем, чтобы ты почувствуешь, ты там сидишь. Давай. Фу, Назар. Фу. Еще. Попрыгай. Well done. Попрыгай. Еще. Да. Пукает, да. Как оно пукает. Еще. Там что-то встроено в него. О, молодец. Это балансир. Платформа. Назар, ножки раздвинь и удержись. Назар танцует. Это мы очередной зал зашли. Световое. И тут темно, вот сюда сначала. В стеклянном лабиринтике идем. Главное, голову не разбить. Но мы уже в таком ходили. Все? Цвет меняется. Все, мы уже вышли? Нет, мы наоборот зашли. Это ложный выход. Ой, шатающийся мост. Боже, как классно. Саша, тихо, Назар. Он реально. Да, на самом деле мы стоим. Да? Да. А такое чувство, что он крутится, капец. На самом Все, деле пошли вперед. Стоим. Иди вперед. Не толкай, а сила притяжения? Ай, прикол! Боже, все! О боже мой, вот это аттракцион! Боже! Мостик на самом деле стоит, но когда мы по нему идем, кажется, что нас крутит вокруг своей оси. И сила притяжения просто сумасшедшая. Мой зайчик. Это всего лишь обман зрения. Круто.